Что-то сплошной мох. О, брусника. Ну, какая-то мелкая. Да, мха здесь много. О, кстати, какое-то озеро. Можно подойти к нему. Смотрите, лесное. Надо сходить. Такая типичная Карелия. О, вереск. Там, кстати, шлагбаум какой-то сделан. Я вижу, оттуда там дорога туда ведет. Мы можем пройти все равно. Ну, пойдемте к машине тогда. Ну, сыроежка. И все. Больше нет грибов. Но она мелкая. Да, пойдемте к дороге уже все. Ну пойдемте к озеру тогда подойдем. О, Серега, каких-то два гриба нашел. Ты разбираешься в них? Собираем, если найдем. Да ну, мелка. Да какая брусника? Вон здесь, ну да, здесь есть брусника. Надо было эту самую, если взять. Ну, комбайн. Серега, посмотри, что это такое. Сейчас спуск. Спуск. А вот, нет, это уже какой-то такой. А вот еще, Серег, какие-то грибы, слышь? Я рвать не буду, посмотри. По-моему, подберезовики или как там они называются? Вот два гриба. А вот здесь. Вот здесь в низинке получается. А, да-да-да, слушай, подберезовики. Подберезовики, а вот это вот что? Вот это что за грибы, да? Тоже, да, вон, такую подножку там поглубже, да. Ну, кстати, хороший. А вот еще. Тоже вон. Ё-моё. Посмотри. Подберезовики. Да, очень хорошие. Я не могу. Культурная программа откладывается, что ли? У нас Оксана сразу же. Вот хозяйственная барышня. Где она, кстати? Волки утянули, может? Там ее очень много, брусники. Очень много.
Она прям... Пойдемте к озеру. Угу. Ну какая мухомор я вижу. Пойду. Пойдемте. Ну, грибы домой вон заберете, да и все. О, какие мухоморы красивые. Главное, с белыми шляпками. Оксана, пойдем к озеру. Слышь, ты время не трать на это. А вон еще, Серега, какой-то гриб здоровенный. Шляпка прямо. Стоит рвать его или нет? Подберезовик? Да, он... Ух ты, ё-моё, нифига. Ну, он, наверное, червивый, да? Не знаю, смотри. Красивый. Ты красивый? И вот еще, смотри, на свет. Ну, да, в пакет кладите. Да. Наверное, ближе к озеру, там, здесь, видимо, повлажнее. Там, где мы шли, было совсем сухо. А здесь какая-то, ну, почва такая более влажная, сырая. Это надо на целый день сюда. И, кстати, комаров нету. Слушайте, а я не взял этот самый ключ от машины, замок. Если машину сейчас закроют здесь, то все. Я забыл. Да. Ну мы сейчас пройдемся, да поедем. Построим домик. Да. Я так понимаю, вон там озеро, да? Просто посмотрим на него. Рукотворная. Да, тепло. Слушайте, здесь как будто сосны посажены специально. Смотрите, на равном расстоянии. Возникает вопрос, зачем это сделано? О, смотри, сколько черники. Это черника? Или это не черника? Нет. Я первый раз... Нет, наверное, ну, вперемешку с брусникой я первый раз такое вижу. Но пробовать я не буду ее. Что это за ягода? Это не черника. А что это? Я первый раз вижу. Оксан, попробуешь? Я, да, точно. Я думаю, нет. Оксан, попробуешь? А мы посмотрим, что с тобой будет, да? Ну как вкус? Да, вкус нормальный. Но лучше не есть. Смотри, какой вид, вон он. О, какая прям бордовая. Ну да, чтобы комбайн бы не помешал. Прям созревшая. Угу. Оксан, смотри, горстями. Да, и она легко собирает. Ее раз, и собирать. Быстро. Смотри, один раз. Желтый пакет. Да, и целая рука. Да, да. Пойдемте, пойдемте. Раз, мы раз, не для этого приехали, слышите? У нас культурная программа. Так, подожди, а где озеро-то? Дорога. С горы оттуда... А, вон оно. Тьфу, черт возьми. Ну давайте вот по дороге пройдемся. Ну посмотрим на него, да поедем. Мы же кратко договорились.
А здесь опять сухо и никаких грибов. Да? Они все равно могут быть здесь, даже вот такой. Да? Здесь, а вроде мох. Да, брусники вроде много. Ну как в Карелии. Кстати, она не такая-то и вкусная, как в Карелии. Там более яркий вкус какой-то. Здесь немножко другой. Она обыкновенная. Вот приезжайте еще, допустим, без ночевки, но ранним утром. Что в 7 утра выезжайте, здесь будете в 10, и приедем сюда собирать, если хотите. У меня времени сейчас много свободного. Я тоже пособираю. Так, где озеро-то опять? А вон, наверное, да? Ну, здесь, конечно, зоны отдыха они построят, конечно, роскошные. Удивительно, здесь озеро есть. Но озеро обыкновенное такое, лесное. Но что удивительно, камней нету. Обратили внимание? Здесь нет как ни скал, ничего. Как в Карелии. Ну, здесь вот точно болото уже. Ого, это что, черника такая, да, еще висит? А вот это... Крупная, ну, причем. Да, вот это... Или голубика? Нет, голубика, голубика. Это точно голубика. Высокая, это голубика. Да, ну попробуй. Да, мы посмотрим. Я знаю, знаю это. Все. Давайте все. Да. На виноград, это дикая голубика. Здесь уже болото, конечно. Ну, это не так быстро будет. А здесь уже вода. О, я уже промочил ногу. Да, такое лесное озеро. Надо рыбу ловить, наверное. А, удочка. Это не горох? Нет. Осторожно, тут может яма быть. Я наступлял. А мы тут были? Мы тут футали. Я не помню. А поле чем-то засажено или... Да, трава, наверное. А, трава. Ну, это не люцерна, не фигня, вот это. Вот похоже. Вот это. Похоже на фигня. Маленькая. Большая даже. Потому что чем-то ее снимает. Да. А это видишь, как